Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy J5 2016 года. И сейчас я вам покажу, как на этом телефоне можно почистить кэш. Что мы для этого делаем? Ну, для начала разблокируем наш телефон, зажимаем клавишу питания и выбираем опцию выключения. И ждем, пока наш телефон выключится. Затем нам нужно будет войти в меню Recovery. Для этого мы зажимаем клавишу громкости вверх, клавишу питания и клавишу меню или домой одновременно. Появляется такой вот Android. Мы ничего с ним сделать не можем, можно просто подождать, пока он исчезнет. И вот таким нехитрым образом мы оказываемся в меню Recovery, где при помощи клавиш громкости мы переходим вниз до пункта Wipe Cache Partition и выбираем эту опцию клавишем питания. После этого нажимаем опцию Yes, чтобы подтвердить, и кэш очищен. Для того, чтобы выйти отсюда, выбираем опцию Reboot System Now и ждем, пока наш телефон перезагрузится. И вот и все. Телефон включился. Так что на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.